Все мы с вами, и я, и вы, дорогие телезрители, когда-либо учились в школе. Многие десятки, тысячи наших детей учатся в школе сейчас. Однако есть реальная угроза в том, что эта возможность скоро исчезнет. Мы должны выражать свой протест прежде всего. После безрезультатного визита в мэрию, учителя города собрались на свою профсоюзную конференцию. Вопрос был один и вполне российский. Что делать? При максимальной ставке 135 тысяч рублей, а минимальной 62, учить и воспитывать детей невозможно. Просто голодные обмороки и нищенская психология подкатывают. 83 делегата от профсоюзных организаций школ и детских дошкольных учреждений из 84 решили предпринять 10 марта акцию протеста против унизительного положения педагогов и деградации самой системы образования. Забастовка учителей – реакция на бедственное положение образования. Она должна поставить вопрос ребром. Хотим ли мы видеть наше будущее грамотным или обнаружим свою собственную дремучесть?